шунтированию всем этим вот пациентам, у которого было поражение коронарного русла. То есть от аорты им пришивался к дистальной части коронарной артерии шунт. И кровь текла по этому шунту в обход стеноза. Сейчас, то есть там открывали грудную клетку, подключали аппарат искусственного кровообращения. Пациент был интубирован, то есть подключался аппарат ЭВЛ, давался полноценный наркоз. Наша методика позволяет выполнять стентирование. Пациент находится в сознании, мы с ним общаемся во время операции. Делается это практически всегда по местной анестезии. То есть мы в общем, обезболиваем область функции. Там устанавливаем порт, так называемый интродюсер, и через него работаем. То есть пациент находится в сознании, не надо вскрывать грудную клетку, не надо подключать аппарат искусственного кровообращения. Там операция АКШ, допустим, ну, часто поменьше, длится там 3-4 часа. Здесь, сказать, мы имеем возможность выполнить вмешательство, и по эффекту оно будет, ну, не хуже, а может быть даже и лучше для пациента за полчаса. За полчаса, да, там, ну, если там постараться, за 20 минут мы можем уже увидеть стеноз, поставить туда стенд.